Помните выражение «встречает по одежке, а провожает по уму»? Не тут-то было. Свежее американское исследование показало, что первым делом окружающие реагируют на голос, а уж потом на содержание речи человека. Оказалось, что люди с созвучными эмоциональными голосами легко завоевывают симпатии и делают головокружительные карьеры. А визгливым или хриплым голосом с ноющими интонациями раздражают окружающих. Корреспонденты газеты «Ведомости» исследования изучили и дали советы, как научиться управлять голосом.